Оружие взяла? Нет. А я специально ничего не сказал. Минус один. Бежит. Двое. Ходи. Блядь! Вообще не испугался, если что. Мне вот тут пишут P90 сейчас, лютый какой-то стал. Хочу посмотреть вам. Че глушеная? Че-то глушеная. Понял. Только не понял откуда. Я вообще хазы. С камней, мне кажется. Я видел, как ты плюхнулась. Сдох, что ли? Кто-то, по-моему, на насыпи еще есть. Я не уверен, но, по-моему, кто-то там есть. Эмка Мосинка. А вот он, кстати, эмку и забрал. Все-таки у него был друг. Хотя хрен его знает даже. А, нет. А, ну вот. Тип с эмкой убил Аню, а который пошел рашить, это вообще другой чувак, оказывается. Понятно, это забора. На гранате сейчас будет. По внешке? Да. Ко мне ушел, на гранате. Ты у меня выше выпрыгнул? Да. Пусть там где-то шарит, слышь. Блин. Не вижу. За мной где-то бил. Бил? Ага. По территории бегает один. Не понял, где именно. Могу на иту ему туда прокинуть. Нет, теперь без звука не слышу. Но где-то он наливника, судя по всему. Да. Наливника какое движение видел. Бот. Это бот. Блять, там пришало до сих пор. Эффект импортный! Покоп нахуй, понял? Он за наливником. Был? ЧВК минус, да. Оборону, оборону нужно поднимать, братва! Все, убил эту оборону. Оборону нужно поднимать. Не понял. Да по тебе, по-моему.
Или меня кто-то пытается пустить, погоди. Там были нормальные разгрузки? Да, там Блэк-Роки. А это Леня может быть? Леня, а Леня живой? Стоит? А, ну вон туда, по-любому Леня. Ой, блин, убили меня. Понял. Не дай бог это Леня. Нет, какой-то Будо. Голова, уши. Белый ник. Он убил эту крысу. Где он был? Там нях. Просто так совпало, что выстрелил Леня, и под звук выстрела Лени ты упал, блин. Поэтому я подумал, что скорее всего с той стороны. Нет, ты ж кот. Двигаться ты шо, блин. Хочешь двигаться, блять, в Warface, иди играй. М-ка у него. Справа лутает, скинул сумку справа. Нет. Прямо тут где-то, походу. А хотя нет, может быть надо наверху. Это вверх. Я слышу, он наверху. Да, вверх. Шифтует, их два. Лутают. Минус один. И один вдали. Пристрой где-то. Бежит. Двое. Ходят. Я не уверен, но, по-моему, я обоих только что сбрил. Да, звуки писят. Ты у меня как будто по первому ходишь. Че, реально обоих сбрил? Я выглядываю, там два суриката, блять, один сидит, другой стоит, бля. Не, ну тут киберспортсмены, че ты вот душишь-то, ну, ребят? Он нику типа хуй, видимо китаец какой-то просто. Да. Его зовут Хуй, только пишется через 2Х. А Меченко открыт у них, не видел? Че какой-то. Тихо, замри. Оружие скидывается в пристрое. Наверное, первый этаж. Вот. С магазина. Кто-то подошел, встал у магазина. Открыл дверь, поднимается по железке. Убил. Ноль звуков. Просто ноль. Он первый поехал. Понаберут своих дробовиков, блин. На флешетах. Понаделают видео. Ну, понаделают свои видео, блин. Вот люди потом ходят. Вот эти вот видео свои понаделают. Кто-то в Тарконе, походу. Где он, блядь, крутится на месте? Вы слышали, какой звук? Справа один. Где еще? Прыгает куда-то.
Вообще не испугался, если что. Удивительный какой. Удивительный соперник стоят. Стоит. Вы видели, бля? Сумел меня удивить. Смотри, бля. Фу, бля. Открыт. А, вон, вижу мертвого типа. На третьем, на платнике, на железе лежит тип мертвый. Я на крыше. Дам гранатки в кусты. А, вижу, вижу, вижу. Подбегает с двушки. Убил. Железо, ты? Да, я. Я. Игра не успела. Многие считают по 90 имбой нынешнего вайпа. А, именно вот с этими патронами, да? 193. Интересно. Ух ты, как я классно вышел. Оружие взяла? Нет. А я специально ничего не сказал. Чё ты ничего не сказал? Специально. Ты же там собирала оружие, готовилась в рейд. Я смотрю, стоит без оружия в лобби, я такой, ничего не буду говорить. Сволочно. Ты тебе сам себя. Нормально. Иди вперед будешь, разведчик. Не хочу. Розвитка будешь. Это... Максимальный импакт. Реально, беги вперед и кричи в микрофон, да типа, не убивай меня, не убивай меня, там, help me, что-нибудь. Ага, мне вот расскажут, короче, как мне кричать. Куда ушли? Я даже не хочу сломать. Спрятали за тебя. Ну, серьезно. У меня граната очень долго взрывалась. Я на, между вторым и третьим, не херово. Понял. Там алтын, по-моему. Помочь? Крена. Он на втором деле строит. Десантироваться буду. Сейчас под хаешечку. Давай, 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 хаешка. Здорово, друг, поля. Минус. Дел? Да. Ну ему там херово должно быть, я его просто сделал. Я не понял, куда мне РГН-ка улетела просто, как будто в лицо себе же я ее кинул. Пятый класс. А мне казалось алтын вообще. Железо. Убил? Да. Металл с другой стороны. На третьем, походу, фонарь. Вид, ты где? Глушки. Да. Дал ему очень больно. Справа. Алтын, 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 алтын. Убил тебя? Нет, я минус, да, я минус. У него один хп должен быть. Перебегаю в трешку. Вот про это вам нет, и говорил. Не регает, походу, нихера. Он в туалете стоит до сих пор. Да нет, регает, у него хорошая броня. И каска рысь. А, ну хз. Я ему 613 дал. У меня по двоим 547 по телу, 214 броней. То есть я просто не умираю. Блин, надо было по ногам ему ставить. Ну тоже знал. Но он мне голову БПшкой дал с мутанта. Без шансов. Мутант — это нормальная тема. А вот по 90 против таких — это не рабочая схема. А так прикольный, конечно. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.